Унылое осеннее настроение решили раскрасить красками. Во Фрунзенском районе прошел необычный мастер-класс «Дождливое искусство». Преподаватели из-за студии показали своим ученикам, как можно декорировать атрибут осени – зонты. Акриловыми красками юные художники изобразили фрагменты жизни таких европейских городов, как Чехия, Прага, а также своих любимых животных. Идеи эскизов дети придумали сами. Преподаватели говорят, такой оригинальный мастер-класс поможет не только научиться украшать зонты яркими рисунками, но и поменять унылое осеннее настроение на радость творчества. Это необычно. Поверхность рисунка у нас плоская, а здесь у нас сфера. И поэтому из-за того, что немножко непривычно, есть некоторый страх. Но они его, в общем-то, побороли и сами удивились результату своей работы. Я рисовала Чехию, мне предложил это мой руководитель, и неплохо получается, мне нравится. Если честно, мне понравилось, но сначала был страх, то, что я не смогу, у меня не получится, я испорчу зонт. Было сначала такое, ну а потом как бы я начала, и мне понравилось. Я начала продолжать рисовать. Этот мастер-класс послужил началом для большого творчества. Дети планируют и дальше раскрашивать зонты, часть из которых они подарят своим друзьям или родственникам. Один зонт останется в студии на память.